Всем привет, уважаемые! Это снова Любопытный Геймер. Вы продолжаете смотреть прохождение Metro Last Light. Если вы помните, в прошлый раз Артём попал в плен к фашистам. И теперь пытается из этого плена спастись. Ну, как видите... Неплохое такое оружие, ножик. Ну как, уработал наш дружок. Вызов-то вызов. Прячемся. Ты раньше не мог этого сказать. Так. Надо замышиться. Будем. Летит, конечно, так странно. Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. Не могу. Закрывай, закрывай, шлюх. Я хочу жить. Я жить хочу. Ладно, как-нибудь попробуем их все-таки освободить. Теперь самое веселье будет. Оп. Что это? Мне задарили револьверину. Нет, гранат у нас нет. Ну, поскакали. Ты иди низом, а я сверху прикрою, если что. Ты ж прикроешь. Минус один. Так. Минус один это достижение, конечно. Так, второй. Еще один. Еще один. О. Класс, сидит. До свидания. Ну как? Ну как мы чистенько прям сработали, вы поглядите. Здорово же, да? По-моему, очень здорово. Так. А это что такое? Опа. Побежали. Ну хорошо, бегут. Главное, смотрите, как бесконечно появляются просто прямо на месте. Такие триггеры прикольные в этой игре. Я балдею. О, что у нас тут? Патрончики. А вот этого гаврика я еще не шмонал, да? Вот. Ну, прелестно, в общем. Давай, жму. Конечно, пошла.
ничего. О, барахлишко какого-нибудь нашел. Куда? Куда? Что? Что происходит? Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Так, ну, обзавелись новым другом. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Да ты что, а я думал, вот зря. Сидел и думал, а вдруг зря, а? Вдруг все напрасно. Что тут у нас? Новая заметка. Черный побывал тут, в концентрационном лагере Рейха, но теперь его тут нет. Что ж, надо идти по его следам. Задание, которое мне дал Мельник, никто не отменял. Я найду Черного. И потом решу, что делать. Если этот фашист говорил правду, и детеныша продали торговцам на Ганзу, он теперь может оказаться где угодно. Ганза – кольцевая линия московского метро, союз торговых станций. На ней все еще действует регулярное сообщение, ходят грузовые и пассажирские караваны. За день Черный может оказаться на другом конце метро. Я его уже упустил. Не понимаю, как Черный избежал пыток и казни. Ведь если фашисты вешают людей только за то, что у них неправильная форма черепа, то такое создание, как Черный, должно казаться им воплощением зла. Истинно. Истинно так. Да, кстати, эту сцену можно было видеть в трейлерах, в ранних. Но мне кажется, что она была в значительной мере изменена. Блин. Сюда! Идем! Скорее! Ё-моё. Запалят. Прыг. Давай, 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 шуруй. Оп. Так, ну надо пострелять бы тут, я так думаю. Куда вы собрались-то? Не надо нам тут никаких пулеметчиков. Что, сейчас будет погоня? Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь... Когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ну что мне нравится в этой игре, так это освещение. Все-таки здесь а ну, такие локации. Блин. Он держался руками за арматурину, которой таранили ворота. Блин. Сил нет. Что
Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Так. Поосторожнее, рейд все же. Что у нас здесь? Ворота. О, труба! Артём, давай сюда! Ну, я еще помню, как подзаряжать. Да погоди ты. Не видишь, я занят. Позвоните попозже. Артём, иди сюда, дело есть. Да погоди ты, торопыга. Артём, давай сюда. О, видишь? Видишь, чем я занят? А ты тут. Артём, иди сюда, дело есть. Так, что-то я не то сделал, да? А, нет. Во как. Кого не ждет, а кого и подождет. Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Что за шпион? Хватайте его! Да. Отмутузили чувака. Что значит проверьте? Какие крысы? Что, сейчас полезут, что ли? Так, надо бы как-нибудь поосторожнее с этими гавриками. Но если что, я готов. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар. Так, один нож у меня, по-моему, ушел. Просто вообще в небытие. Да? Четыре штуки, нет, нормально все. Так. О, какой-то интересный дробовичок у меня появился. Так, ну это такой же. Как там его называют? Ублюдок. Так. Еще минус один. Куда-куда? Что там такое происходит? Какая-то движуха. Ой. Они по-моему, что, вообще насрать, да? Да не красный, я не красный. Ищи, ищи. Авось найдешь. Вот, нашел. Ну, смотри, нашел, да? Гляди, сейчас еще найдешь. Такое. О, вот это я понимаю, машинка бьет. Так, ну я, конечно же,
Мародер-то известный, я... Если труп не обыскал, то все, день потерян. Я РПГшник-то пораженный. Мне ж по-другому нельзя. Ой, а что это такое? Что это такое интересное? Ну-ка. Ой, это интересный однозарядный пистолет, который стреляет. Что, зарядами-то от дробовика получается? Он тоже с глушаком. Что вот лучше-то такой? Ну, таких-то валяется вроде как до пса. О, а здесь Маузер. Ну, Маузер без глушака. Не, не хочу. Ну, сейчас попробуем. Если что, подзабить-то можно... Ух ты, вот это вот мое. Это мое. Ублюдок с глушителем. А здесь ублюдок с прицелом. Вот бы переставить, да? Ну, фиг мне, фиг мне, фиг мне. Так. Ой. Ой-ой-ой. Сколько тут парней-то? Ох ты ж, блин. Ой, о, вот садит, да? Вот садит, вы глядите. Да вы чё, ребят, я ж хороший. Ах, блин. Какой тебе урод? Откуда садит эта скотина, а? Так, ну вот вроде. Всех обработали, да? Ну, вроде да. Ну, мы же молодцы, да? Согласитесь? Нет? Не молодцы. Ах ты ж, блин! Нет, я не понял, откуда он взялся-то? Вы его видели? У меня какой-то... хронический кретинизм, если я его не видел. Он где-то в упор прямо был. Это я, конечно, вообще сплоховал. Но здесь вроде нет жизней. Не вижу, чтобы они здесь были. Хотя аптечки поднимаю. Что у нас тут? Обычный. Это обычный ублюдок мне не нужен. Так. Блин. Даже не знаю, что лучше-то взять. Не. Возьмем для ближнего боя все-таки такой. Он помощнее, по-моему, все-таки у него разброс больше. Ладно, погнали дальше. Что там нас ждет? Ну, лежи, не вставай. Как в криминальном чтиве. Сдается он. Да. А на руке чего? Ладно. Ты приготовился, что ли, к чему? Я возьму-ка у тебя ножи. А то знаю я таких ребят. Я сдаюсь, не стреляя, потом бах в спину.
Так, что у нас там в новой заметке? Истошные крики фюрера многое прояснили. И нападение на наши патрули, и взятие меня в плен. Существование Д-6 уже давно не тайна, и на метро действительно надвигается новая война. Ну, собственно, все предсказуемо. Конечно же, этот комплекс, это хранилище Д-6 стало предметом всеобщего интереса. Ну, опа, денежка. Ну, полезли. Че там у нас? Надеюсь, тут не будет никаких... Блин, фу, мерзость долбаная. Эти пауки радиоактивные. Ненавижу пауков. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Нет, ну конечно мы не бросим Пашу. Паша наш друг. Паша, в конце концов, просто прикольный чувак. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Блин, так-то, по идее, можно было бы стрельнуть этого вурдалака, но наверняка ведь не один пришел. Хотя вот в прошлый раз в камере допросов раздавались выстрелы, и никого это не смутило. Подумаешь, стрельба в камере допросов — это обычное дело, да? Хотя, в принципе, там пристрелил этот... Ну, какой там офицер пристрелил чувака, у которого череп измеряли. Нет. Моя мать. Всего месяца. Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Эй, погодь, не убивай его. Мне в сортил сбегать. Вернусь тогда. Зря ты его отпустил. Еще пару минут подушил бы. Мы б с мужиками по патрончику поставили. Ладно, в другой раз. Так, ну. Какую-то сцену мы наблюдали не очень красивую. Кажется тебе, кажется. Все это ерунда, чепуха. Все живы, здоровы. Грибы какие-то не те, что ли? Го, грибы. Не, грибы те. Грибы самые те, как в Far Cry. Не, ну насчет мутанта не поручусь, конечно, но в спину действительно смотрит. А, черт, а тут стекло. Так бы сделать тебе проброс. Кого я вижу? Какие люди? Неужели оставил свой сундук без охраны? Тревога! Коммуняки! Так, отходим. Несем потери! Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко!
Ага, кто-то... Ладненько. Не-не-не-не-не, ребята. Я допрыгался? Да ладно, брось. До свидания. Ну, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Черт, не для тебя эта роза цвела. Ну куда попрятались-то? Выгляни, выгляни. Ага. Валим, валим хедшотами. Блин. Упустил я свое счастье, нет? Не упустил, нет, ребята вообще реально тупые. Вот что на самом деле... Эта игра повторяет ошибки своей предшественницы. АИ, то есть, ну, в смысле, искусственный интеллект здесь просто реально тупой. Ребята не видят в упор врага, если он в тени. Ну, то есть, меня. О! Баян. Это только Артём может. На лежащем... Баяне, не раскрывая мехов, что-нибудь сыграть. Это нужен вообще дар солидный, а вы не смеете сейчас. Я просто чувствую, что сейчас кто-то хихикнул там. Не ржать. Речь идет о серьезном даровании с большим, может быть, концертным будущим. Не надо, ха-ха. Так, а здесь нет ничего, может, интересненькое в плане оружия. Так, ублюдок, но с прикладом, да? Нет, мне как-то милее ублюдок с глушаком. Так, а что у нас здесь? А, ну это выключение света, я уже, мне уже и не надо, как бы. Выход, 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 выход. Куда это я? Куда я несусь? Куда мне вообще? Так, хоть. Закрыто. Стволы. Блин, тут оружие, точнее, боеприпасов просто какая-то чертова гора. Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Ну прошу, ладно, не убивай. Да ладно, ладно, не буду. Во. Над своими же издевается, падлы. Во. Как же я ненавижу эту ух, жизнь. Какая, какая, что какая игрушка. Глядите. С ночным прицелом. Оставь меня. Супер. Я ладно, живи. Ненавижу их всех. Чистокровок. Забирай все. Живи уже, живи. Хрен с тобой. Салага. Так. Что это? Ух ты. Ай, поля Ганджубаса. Так. Один минус. Слыхал? Ты хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет. Ой. Ствол-то когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Так, 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 так. Тоже мне война. Стой тут, ничего не трогай. А стрелять когда? Ну, кто-нибудь еще есть желающий
тыквенный пирог. Ага. Минус два. Что, тревогу подняли? А что бубум значит? Это значит, что я зачистил территорию? Ага. Так, ну здесь можно было потихо, конечно. Я не знаю, я, честно говоря, не в восторге от того, как реализован здесь стелс. Поэтому я как-то, знаете, и, наверное, не буду особо стараться прятаться. Ну так, если будет получаться, я, конечно, не против. Криса. О, денежка. И патрончики для револьвера. Да блин, что у меня со своим метателем? Ну знаю я, что там гранаты есть. Видел я, как я их собирал. В конце концов, кто я собирал? Я или... Или они сами. Так. Что это у нас? Ну-ка. Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что? Живых не осталось? Так. Ах ты, карасик. Так, 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 так. Тут вы, ребята, разошлись, да? Я сейчас покажусь. Так, 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 так. Раз, 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 раз. Нет, ну серьезно. Меня можно было не заметить из такого положения? По-моему, нереально, да? Ух ты. Медведь. Кто там сверкает фонарем-то, да? Тебе не надо знать. Ага. Ух, какой. Ни хрена себе. Вот это, блин, живучий. Сколько я ему вломил? 4, наверное, в упор. Аж ты ж, блин. А
А, не сюда пошли, что ли? Ну-ну-ну-ну. Лови. Ах ты ж, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Плохо. Так, с прицелом. У меня есть прицелом и вообще. А это что такое? Наверное, какой-нибудь стабилизатор ствола или что-то в этом роде. Я тут народ положил просто великое количество, да? О-о-о! Зацените. С учетом того, что трупы тут не исчезают. Нет, ну это эпичная картина, согласитесь. О, ну это вообще просто. Все, понеслась. Танцуют все. Танцуют, я сказал. О, он глубже проникает, так сказать, в суть вещей. Ладно, хватит глумиться над мертвецами. Я сам это затеял и сам говорю, хватит. Ну, хотя, в общем, логично, кто затеял, тот и говорит, хватит. Так, что нам надо сделать? Он что, язык высунул, да? Вот это... Ребята старались, придумали гримасы им, да? Он мне подмигивает. Нет, я не глумлюсь, вот сейчас не глумлюсь, нет, честно, ну, блин, он сам дразнится. О, какие они, вот это бронированные чуваки, они опасны прям. Что-то у нас ничего, да? А, это лазерный прицел. Ишь, что удумал? Нападать на меня. Не, я бы, конечно, не против еще прикладец сюда навертеть. Но меня пока никто не спрашивает. А, это лифт был. Отсюда не приехали. Что у нас? О, еще одна заметка. Метро почти никогда не знало мирной жизни. Единая система управления станциями просуществовала всего несколько лет. Все развалилось само собой, когда стало ясно, что мира больше нет, что слухи о том, что президент и правительство не погибли, а бежали куда-то за Урал, просто слухи, и что Россия никогда не возродится из пепла. С тех пор каждый был сам за себя. Станции превратились в города-государства, и вчерашние соседи стали непримиримыми врагами. Чтобы выжить в метро, надо бороться. За еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр, пригодный для обитания Земли. Из 200 тысяч спасшихся в метро в судный день, сегодня жива лишь четверть. Ганза, Красная Линия и Рейх разрослись потому, что были сильней и дрались отчаяннее других. Но никогда за эти кровавые 20 лет не было, чтобы воевало все метро сразу. Что если наш крошечный подземный мир ждет новая, последняя мировая война? Вот, конечно, все мрачно. И совсем не позитивно. Хотя какого позитива тут можно ждать при таких-то раскладах? О. Блин, я столько патронов собираю просто. Что тут у нас? Тут есть что-нибудь полезное? А. Это я просто крюк сделал, да? Ну, так неинтересно. Да что ж, ладно. А, о. Я еще здесь не был. Вон она.
Это все, что есть в сейфе. А, ну там еще была аптечка. Так, ну ладненько тогда. Остановимся на этом. Я думаю. Дальше уже будем проходить в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять ваши комментарии. Я их очень жду. С вами был Любопытный Геймер. До связи.